Верующие всего мира ждут главный православный праздник – Пасху. Сегодня в аэропорту Внуково в Москве святыню по традиции будут встречать тысячи православных. Огонь будет доставлен к ночному пасхальному богослужению в храм Христа Спасителя на Волхонке. Совершит обряд патриарх московский всея Руси Кирилл. А в Иерусалиме сейчас люди стекаются к храму гроба Господня, чтобы своими глазами увидеть одно из главных чудес христианского мира – схождение благодатного огня, которое символизирует воскресение Иисуса Христа.